Сегодня стало известно, что Валерия Гонтарева ушла в отставку. Многие люди спешат выразить свое мнение по этому поводу. Кто-то кричит, все пропало, кто-то кричит, что ура, кто-то сдержанно проявляет свои эмоции. И нужно, конечно, подумать, прежде отвечать на этот вопрос, что теперь будет дальше. И вот я подумал, и я скажу так, ничего не изменится. Гонтарева там сидела бы дальше или кто-то другой. Глава НБУ назначается людьми, которые имеют свои интересы. И НБУ, который формально является самостоятельным органом, не самостоятельным. И поэтому другой человек, который будет назначен главой НБУ, тоже будет не самостоятельным. И будет проводить ту политику, которая будет нужна, по всей видимости, президенту. Поэтому, если вы хотите понять, что будет там, в монетарной политике, финансовой политике, то вы должны посмотреть не на нового главу НБУ, не на Гонтареву, а вы должны посмотреть на президента. И тогда, наверное, все будет ясно. Так что проводим Гонтареву. Пусть уходит. Пусть у нас все будет хорошо. Пусть у нее как-то все будет. И пусть весна набирает силу. Скоро Пасха. Скоро тепло. Уже полноценное, нормальное тепло. И пусть ваши души расцветают тысячи цветов, которые делают вашу жизнь прекрасной и незабываемой. Спасибо за внимание.